Егор, расскажи, как провел выходной день? Да ничего, после игры спокойненько отдохнули, восстановились, чуть набрали сил, чтобы хорошо подойти к тренировочной неделе и следующую игру забрать хороший результат. Начали неделю с тренировки, сегодня первая. Как потренировались? Ничего, тренировка прошла отлично, с настроением, чуть-чуть на эмоции, где-то поработали над недостатками. Так все по плану. Готовимся к игре.